предварительные итоги акции «Покорми птиц» огласили в Подмосковье. Экологическая акция проходила с 26 января по 30 марта. В этом году ее участниками стали более 20 тысяч жителей. Большинство – воспитанники детских садов. Они сами создавали и при помощи взрослых развешивали домики и кормушки для птиц. В рамках акции проводились мастер-классы и небольшие фестивали, а также конкурс на самую красивую и оригинальную кормушку.